В голосовании за благоустройство комфортной городской среды в Приморье приняли участие уже 160 тысяч человек. Наибольшую активность проявили жители Хороля, Дальнереченска, Фокино, Чугуевки, Черниговки, Спасска Дальнего и Находки. Голосование началось 15 марта на сайте загородсреда.ру. В этом году на выборы представили 60 парков, аллей и скверов. Приморцы могут выбрать из них территории, которые благоустроят в 2025 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Онлайн-голосование продлится до 30 апреля. У тех, кто не проголосовал, еще есть время сделать выбор.